Меня! Плазмоган долгое время был очень странным оружием. Вроде как неплохой профиль. Большинство пехоты он пробивал на 2+, и игнорировал всю броню. Но в то же время рядом всегда была мельта, взрывного характера которой плазмогану очень не хватало. К тому же плазмоган имел свойство перегреваться и уничтожать дорогие модели, которые его несли. То есть ты в случае провала терял и плазмоган, и пацана, а все это стоило приличных денег. По сути, плазмоган существовал только в виде плазмодуши. Много плазм, например, у Чоузенов под товарищем Дразничем, который позволял им реролить копеечки на тухит, чтобы не сильно перегреваться. Или у облитераторов спаренные плазмы, опять же, штерны с комби-плазмами. И вот когда ты кидал много кубов с хорошей силой и с хорошим АП, тогда да, плазма работала. Но в ситуациях, когда ты мог взять 1-2 спешила, плазмоган безальтернативно проигрывал мельте. И вот в восьмерке из классического вооружения плазмоган претерпел наибольшие изменения. У него появился второй профиль, причем перегрев, который я всегда считал пережитком старых редакций, перешел в этот второй профиль. То есть первый обычный незаряженный профиль — это наш старый профиль, где 7-я сила, минус 3-й АП, 1 дамаг. Там перегрева не стало. Теперь мы можем спокойно стрелять этим профилем, не боясь пораниться. А вот новый профиль, в котором 8-я сила, тот же 3-й АП, 2 дамага, вот он стал греться на единицу, как встать. Но теперь появилась куча чуваков, которые раздают нам рерол копеек to hit, а иногда и полный рерол. Да, есть неприятные ситуации, когда вы стреляете по целям с минус 1 to hit, и тогда начинаете греться и на двоечки. Собственно, эти изменения, а также приключения мельты, которые мы обсудили в прошлый раз, и позволили подняться плазме как альтернативе для мельты. Раньше мельта была безальтернативным выбором. А сейчас ты уже думаешь, что все-таки взять тем же терминатором, комби-мельты или комби-плазмы. Потому что комби-мельты классный дамаг, но он не всегда нужен. Не обязательно теперь пытаться мельтами сломать какой-то танчик. Этого танчика может и не быть. А вот плазмы, они реально делают плазмодуш. И какие-нибудь 10 терминаторов с комби-плазмами, выдающие 20 выстрелов плазмами, даже без перегретого профиля, это круто. При этом, расчистив территорию, они куда-то могут медленно продвигаться, постреливая из своих плазм на 24 дюйма, в отличие от мельт. И если вдруг мы попали на какую-то технику, у нас есть второй профиль, 8-я сила, которая будет также пробивать технику на 3+, как и мельта. При этом 2 дамага, это бывает даже больше, чем кинет мельта, потому что мельта даже на 2 кубах может кинуть копейку. И против каких-нибудь тяжелых пацанов типа терминаторов с 2 вундами, плазма будет лучше мельта, потому что мельта, опять же, кинет кол, не кинет кол, все возможно. И получается, что 2 выстрела мельты, а их всегда меньше, чем выстрелов плазмы, уйдут в одну модель. А здесь у тебя гарантированно 2 дамага с перегретого профиля. И это не так страшно, потому что рядом бегает какой-нибудь лорд, который позволяет реролить копейки. В общем, у нас все еще больше выстрелов, чем у мельты. У нас больше рейндж, чем у мельты. Мы можем включить ту же 8-ю силу, как у мельты. И так как мельта больше не убивает с одного выстрела, мельт нужно брать много. И не кажется ли вам более интересным выбором много плазм, которые гарантированно выдают плазмодуш? После стрельбы из плазм мы можем чарджиться теперь, как и после стрельбы из чего угодно. Вот такая вот восьмерка. И цена на плазму упала, теперь она стоит 13 очков. А на мельту цена, наоборот, возросла, она стоит теперь 17 очей. И ты уже думаешь,
действительно ли тебе нужны мельты. Они хорошо работают против техники. А плазмы хорошо работают против пехоты, тяжелой пехоты и даже работают как-то против техники по перегретому профилю. Так что мне очень нравятся новые плазмы. Они действительно стали хорошей альтернативой и уже на равных бьются в одном слоте с мельтой. Однако есть одно очень жесткое но. Перегрев плазмы теперь не просто кидает на тебя ранку, которую можно посейвить тем же армором. Нет, теперь ты убираешь модель в большинстве случаев. То есть на какой-то дешевой модельке плазмой перегреваться, ну, не так страшно. А если это терминатор, например, который в двух ранах стоит сам 30 очков плюс еще плазма, то, ну вот да, у тебя вроде есть какой-нибудь рерол копеек. Ну вот ты приролил копейку на копейку, такое встречается сплошь и рядом, и хоп, терминатора нет. Плюс есть всякие эффекты, типа той же миазмы или обычный абсолютно Dark Shroud, который делает минус один to hit. И такова механика сейчас в Ахе, что изменяется именно бросок. То есть ты кинул двоечку на кубе, но она после модификаторов превращается в единичку. И ты как бы вынужден, к сожалению, убирать модель. Это, конечно, достаточно жестко. И каждый сам должен решать, готов ли он идти на этот риск и брать второй клевый, несомненно, профиль плазмы, но который может обернуться очень жестко против него.